Не смотрите на эмоции. У меня первый раз выступаю так. Я вам расскажу, что делает Молдаване сегодня. Большинство ваших друзей, сегодня погода хорошая, шашлычочки. Как задуматься, что если мы не будем поднимать, у каждого из вас есть друзья, которые приехали до таможни и вернули обратно. Из-за каких глупостей? Из-за Проходнюка, Филатова, господина Дадона, который 5 лет нас обманывает, да, скажем так. Давайте как-то дружно всем нашим друзьям расскажем, объясним и привезем их обратно в Россию, чтобы они могли заработать пару рублей, отправили своим родным, потому что есть бабушка, мама, папа, там, сестра и так далее. Потому что каждый из нас отсюда отправляет денежку для чего? Чтобы они жили, и все-таки они говорят, что нам не хватает, нам плохо и так далее. Не будем говорить о том, что какие у нас дороги в Молдове и так далее. Но если мы соберем всех, мы продвинем тех людей, которые будут нам, как говорится, народ продвигать, чтобы... Не знаю, как вам объяснить, я... Вот на этом и рассчитываем, чтобы нам... Извините, спасибо.